Aziz Çağız, kuda mı yedim? Aziz Çağız? Город Сан-Франциско. Поехали. Добро пожаловать в главную плазу Сан-Франциско. Вот наш автобус ушел, но я у него спросил, как все работает. 40 баксов с человека и 2,5 часа катайся где хочешь. Улица Ларкин — это самая неблагополучная улица, которую мы можем видеть. Вот смотрите. Очень много бомжей, проституток. Только что мы проехали, я не снимал, потому что было страшно. Коляски будешь кататься? В Сан-Франциско возле Pier 39 есть такое место бесплатной парковки, чтобы все знали. Это в самом конце Pier 39, возле Marine Museum. Он вот в таком заливчике. 4 часа бесплатно, вот паркуйте сколько хотите. На выходных здесь почти никогда нет парковок, а вот мы нашли сейчас, там еще много есть свободных. Такой side note. Если вы гуляете по Pier 39 и вдруг у вас резкая нужда, самый качественный, самый классный чистый туалет находится в этом в этой гостинице. Вот примерно вот сюда, вот туда проходите. А если вы хотите даже просто посидеть, отдохнуть возле костра, садитесь сюда. Традиционный In-N-Out. Очередь постоянно. You're in line, right? Yeah. All right. Очередь заканчивается здесь. Бургер чисто с капустой. Конкретно хипстерская точила. А что, она красная, да? That's good. На целый день $21. На целую неделю $40. Круто. Ну, мы возьмем туда и назад за $14 на человека. Thank you. Насколько быстро поменялась атмосфера? Погода. Не атмосфера, погода. Атмосфера в Сан-Франциско всегда та же самая. Странная. Короче, приехали мы, было 91 градус тепла по Фаренгейту. Сейчас проверю, не знаю, ну холодно, дождь прокапал. Люди в курточках, не все, конечно. Но я пошел за курточку, потому что мы в гигантской очереди на трамвай. Подождем еще. Сколько минут ждете? Очень долго. Полчаса где-то, да?
способом управляет машиной. Рычагами, руками. Вы хотите видеть много людей, тусовку, город. Это вот место то. Если вы скучаете за Москвой, за Питером, за Львовом, вот сюда. Здесь тусовка голубей. В городе голубых тусуются голуби. Символически, очень символически. Собачку зарабатывают денежки. Вау, как круто! Короче, марихуана здесь пахнет. Люди общаются, здороваются, делают трейды, делают бизнес. Музыканты здесь прячут от дождя свои инструменты. А мы продолжаем идти. This is mechanic, right? No power, no electricity? Well, it's an electric winder. Oh, right. That's cool. What year? Weight driven. This is from 1800s? No, 1915. 1915, okay, that's 100 years. 100 лет часам чувак выставляет правильное время. Вот этот чувак раздает штрафы людям. Его очень многие не любят. Но по лицу можно сказать, что у него сердца нет. Нам делают африканский special tea robust вместе с peach. Что такое peach? Персик. Вот это. Короче, ночной Сан-Франциско начинает капать большущий дождь. Молния и гром, нам нужно прятаться, Анечка. Это уже большой дождь. Да. Хороший дождь. В этом городе очень сильно развито такси, транспорт обычный и уберство. Лифт и убер. Видишь, это здание старинное, греческое. Это музей мороженого. Ты хочешь мороженое? Хочешь? Скажи ice cream. Вон там целый музей. Странных людей хотите увидеть? Вот они. Странные люди направо-налево. Вот ко мне кримчане спрашивают. Мы пошли пешком, направо-налево столько странных людей. Странные люди, это люди, которые передозировались и стали шли с ума. Часто это в основном так. Поэтому не занимайтесь наркотой и даже марихуаной. Distributing? Yeah. Nice. Thank you, sir. Как вы видите, реклама делает рекламную кампанию. Yeah, you want it? Two. Hey, you need to give us a case. Come and give us a case. Yeah. They're asking. I can give him. They're asking like. Okay, go ahead. Sorry. Помогаем здесь людям. Thank you. Хоть это не полезно, это energy drink. Но это подход к рекламе, чуваки. Чтобы вас услышал мир, приезжайте в центр самого крутого города и раздавайте. Монстру не нужна реклама, на самом деле. По пути зашли мы в ресторан Ted. Тут стейки. Мы заказали салмон, лосось. И ждем. Как в этом ресторане выглядит лосось за $20. Лев, вкусно пахнет? Ну, не торжественно смотрится, сразу скажу. Как и этот весь зал, который на самой одной из крутой улицы. Но видно, владельцы ресторана просто владеют им с 60-го года и не заботятся о современении, о моде, о тренде. Просто живут, как жили, и
так съешь на себе. Ну, сейчас попробуем, наверное, вкусно, надеемся. Только что такой прикол. Мы стоим, типа, прячемся от дождя, а женщина рядом стоит. Извините, я здесь курю. Могли бы... ребенок возле вас стоит, и чтобы он не дышал. Приятно с какой-то стороны, но с какой-то стороны, что она курит? Не курите. Два человека занимают, чтобы управлять этой штучкой. Один сзади тормозит, один впереди управляет. В общем, техника, наверное, столетней давности, но очень круто. По таким, ну вы сами знаете, по каким дорогам она поднимается, опускается. Мы двинули, помаши ручкам, Лео, всем! Это были кадры из Сан-Франциско. Кстати, первый раз мы ездим на трамвае вообще, наверное, в Соединенных Штатах Америки на общественном транспорте. Хотя вот этот транспорт такой туристический более, чем общественный. $7 в одну сторону.